Разыскивается красавчик на Камри 50. Необычное объявление появилось на одной из остановок города. Оно гласило о том, что девушка с первого взгляда влюбилась в парня. Он подмигнул ей, когда проезжал на машине. Как назло, в этот момент к остановке, где сидела молодая особа, подъехал автобус, и она не успела познакомиться с тем самым красавчиком. Чувства влюбленной не угасли, и девушка решила ждать парня на остановке ежедневно с 12 до часу. Вот девушки сидят на остановке. Может быть, одна из них и ждет парня? Девушки, извините, никто из вас парня здесь не ждет? Нет. Мы ждем автобус. Да. Вы тоже нет? Нет, не автобус. В назначенное время в указанном месте девушки, увы, не оказалось. Или любовь прошла, или просто не дождалась. Новость о шымкентской влюбленной уже разлетелась по социальным сетям. Горожане грустно подмечают, что девушка влюбилась не в симпатичного парня, а в машину, за рулем которой и был ненаглядный. С автобуса хочет на легковушку перепрыгнуть. Влюбилась, потому что у парня Камри 50. А если бы он на москвиче ехал, то в его сторону не посмотрела бы даже. На самой остановке объявления нет. Возможно, его уже сняли. А возможно, парень все же нашел влюбленную в него девушку. Конец истории неизвестен, но мы надеемся, что любовь победила. Анастасия Новикова, Эльдар Жанусханов, информационная служба телекомпании «Отрар».